Существует две популярные техники прыжка через планку. Мы рассмотрим ту, которая требует меньше времени для изучения. Для начала вам понадобится планка со стойками или сигнальная лента. Перед тренировкой разомнитесь и приседайте. Ставим планку на уровне 20-30 см и, набрав небольшую скорость, пытаемся прыгнуть через нее. Важно выталкиваться вертикально вверх. После разогрева ставьте высоту побольше. При прыжке поднимайте ноги в бок, как при выполнении mute grab. Можете потренировать складку на месте, приседая и заваливая колени на бок. Поджимать ноги нужно не сразу после отрыва от покрытия, а перед достижением наивысшей точки. В полете тяните корпус и руки в сторону согнутых ног. Когда вы поймаете этот момент, останется работа над высотой выпрыжки и качеством складки. Не забываем делать взмах руками во время прыжка. Его правильное выполнение значительно увеличит результат.